Спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Во вторник в Самарской области облачно с прояснениями. Местами осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха днем 0-3 градуса, ночью 2-4 ниже 0. Ветер южный, юго-восточный 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, в дневное время минус 1, ночью также 1 градус ниже 0. Ветер южный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти облачно, возможен небольшой снег. Днем 1 с минусом, ночью минус 2 градуса. Южный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков. Днем минус 1 градус, ночью минус 4. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.